Чемпионат Могилевской области по боксу. Более 100 участников, парни по 15-16 лет. Тем не менее, накал страстей совсем как на взрослых поединках. Тимофей Тумашенко вышел на площадку с полной уверенностью в победе. Бобручанин провел 2 боя, все успешно. Хорошие были соперники, достойного уровня. В первом бою за счет мастерства я был намного техничнее соперника, обыграл его. Ну а в финале, ну просто за счет характера я его шел, бил и одержал победу. 5 лет назад мальчишку в зал привел отец. С тех пор кожаные перчатки прочно прописались в жизни спортсмена. Изнурительные тренировки, воля и опытный тренер – составляющие успеха юного боксера. В здоровом теле здоровый дух. В свободное время парень виртуозно играет на саксофоне. Областное первенство по боксу стало успешным почти для всей нашей сборной. Помимо золота Тимофея, бобручане выбили еще 5 наград высшего достоинства, 1 серебро и 3 бронзы. Это ближайший резерв, значит, 15-16 лет. Это те боксеры, которые в ближайшем будущем выйдут на молодежный, на взрослый ринг. И мы выступили очень даже хорошо. Неожиданно хорошо, мы даже сами не ожидали, что так получится. Теперь бобруйских боксеров ждет насыщенная подготовка к чемпионату республики. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.